Святитель Ириней Леонский. Когда церковь в конце истории будет внезапно взята отсюда, то будет сказана скорбь, какой не было от начала и не будет. Николай Бердяев, русский философ. Русский народ по своей великой идее не любит устройства этого земного града, но устремлен к граду грядущему, к новому Иерусалиму. Но новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли,
он с ней связан, и она в него войдет. Вот как описывает окрестности келии преподобного Серафима его житие 1893 года. Старец Серафим назвал свой пустынный холм Афонскую горою. К тому же сей холм, по подобию святой горы, на одной стороне круто опускался вниз долу. Другие самые уединенные места в лесу в духовном смысле у него назывались разными именами святых мест. Там были Святый Град Иерусалим, Назарет, где Святая Дева Мария получила благовестие от Архангела, Вифлеем, где Христос родился, река Иордан, где принял он крещение от Иоанна, Фавор, на котором было чудное преображение, поток Кедрский, через который проходил Спаситель, Голгофа, на которой он был распят, Вертоград, в котором погребен и воскрес, гора Елеонская, с которой он вознесся в небо, и седе одесную Бога Отца. Такие названия приданы были разным местностям Саровского леса для живейшего представления событий земной жизни Спасителя, которому решился подражать старец Серафим и о котором он хотел проповедовать всем, приходящим к нему ради посещения и назидания. Преподобный Серафим Саровский. Тогда Дивеев будет диво, когда убодий Серафим ляжет в Сарове, а плоть свою перенесет в Дивеево, и понесут-то его с одной стороны ангелы и херувимы, а с другой – дивеевские сироты. Мне, убогому Серафиму, от Господа положено жить гораздо более 100 лет. По воскрешении же моем я перейду из Сарова в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние, и на сие великое чудо соберутся в Дивееве люди со всех концов земли, и там, проповедуя им покаяние, я открою 4 мощей. По обетованию Господню воскреснет на некоторое время и восстанет из гроба великий старец Серафим и пешком перейдет из Саровской пустыни в село Дивеево и при сонме высочайшей фамилии великокняжеской, царской, императорской и русских и иностранных бесчисленного множества людей, уверив всех воскресением своим в непреложности и всех людей в конце веков всеобщего воскресения. Тогда Дивеево будет диво всемирное, ибо из него изведет Господь Бог свет спасения не только для России, но и для всего мира во времена Антихриста. Преподобный Серафим Саровский. Тогда все у вас явится, как источник потечет со всех сторон. Народ будет смотреть и удивляться, откуда что возьмется. В последнее же время будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет конец всему. Но эта радость будет на самое короткое время, что далее будет такая скорбь, чего от начала мира не было. Тогда жизнь будет краткая, ангелы едва будут успевать брать души. Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с храмов кресты снимать, да монастыри разорять, и все монастыри разорит, а к вашему-то подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба. Ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет. Кто в Дивееве у меня живет, не для чего ему никуда ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев. Пройди по канавке-то с четочками, прочти 1500 Богородиц. Тут у меня и Иерусалим, и Киев. Глас восьмы, Господи, воззвал к Тебе, услыши. Услыши меня, Господи. Епископ Серафим Звездинский, Дмитровский, говорил дивеевским сестрам:
Вы неправильно понимаете слова преподобного. Преподобный Серафим учил читать 150 раз «Богородица, Дева, радуйся» и говорил: «Кто исполняет это правило, того душу Антихрист не одолеет». Преподобный Серафим Саровский: «Мню, что восьмая эта тысяча пройдет, мню, что пройдет, все пройдет и кончится, и обители уничтожатся, а у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия Христова будет совершаться бескровная жертва. При светопреставлении вся земля сгорит, и ничего не останется, только 3 церкви по всему свету, со всего света, будут взяты целиком, неразрушенными на небо. Одна-то в Киевской лавре, другая уж право не вспомню, а третья-то ваша, Казанская». Монахиня Серафима Булгакова. В последние дни перед разгоном Дивеевской обители осенью 1927 года я вдруг неожиданно увидела на своей кровати большую тетрадь. Это была сшитая рукопись Мотовилова, и далее красивым четким почерком расшифровка. Рукопись была написана страшно неразборчивым почерком, одни волнистые линии, наподобие стенографической записи. Дуня Булатова, жившая в келье с Агашей Купцовой, мне говорила: «Агаша была из рода Милюковых, то есть родственница Елены Ивановны Мотовиловой. Раз Дуня выпросила у нее одну тетрадь Мотовилова. Там было сшито все подряд: хозяйственные счета, деловые бумаги и так далее. Но все же она сумела там разыскать и духовное». Мотовилов пишет, что преподобный Серафим Саровский ему много говорил о будущем России, и он было сел и хотел записать, но ангел остановил его руку, сказав: «Не пиши, а передавай устно». Там еще было написано, что преподобный говорил, что смерть его будет подобна смерти 7 отроков ефесских. Эту рукопись у Агаши выпросил один человек, назвавшийся царским фотографом. Обещал напечатать. В рукописи еще было написано: «Не то диво, что не дошло за 100 сажен до моей хижины, а то диво, что моя смерть будет подобна смерти отроков ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они восстали во уверении всеобщего воскресения, так и я восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве. Дивеево будет называться не по селу Дивееву, а по всемирному диву. Или я должен прийти прежде и устроить все». Евангелие от Матфея, 17 глава. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Книга пророка Малахии, 4 глава.